Россия! В эфире самая массовая танцевальная битва лучших коллективов страны. Трудно учиться новому, сложно преодолевать себя, но это стоит того. Ведь победитель получит кубок, 1 000 000 рублей и звание победителя проекта «Танцуют!». Каждую неделю коллективы пробуют себя в новых направлениях. Члены жюри оценивают, насколько команда сменила стиль и как чисто его исполнила. Те коллективы, которые по итогам дня занимают последние 2 места в турнирной таблице, переходят в стадию зрительского голосования. И в итоге с кем-то из команд мы прощаемся навсегда. И вот от кого зависит судьба наших участников. Алла Сигалова. Владимир Деревянко. Егор Дружинин. Сегодня, как и всегда, нас ждет множество сюрпризов. Ведь в нашем проекте никогда не бывает одинаковых номеров. Впереди много музыки, эмоций, а главное — танцев. Ведь здесь и сейчас танцуют! Все! Со времен Семена Буденного и Сальвадора Дали усы не были так популярны, как после нашего прошлого выпуска. 11 остапов покорили всю страну, а заодно завели новый модный тренд. Я ему еще последовать не успел, но даже без усов с радостью объявлю. На танцполе «Предаторс», Москва! На прошлой неделе мы танцевали смесь бродвейского джаза под танго, номер 12 стульев. Остап Бендер вообще прям пощекотал нервы очень сильно, да. Потому что пришлось вообще кардинально измениться. Егор, а вообще за неделю реально освоить такую сложную хореографию? Безусловно, будучи брейкером, не то что нереально, а мне кажется, невозможно. Поэтому, конечно же, респект. Бороды растут, мы продолжаем репетировать, все нормально. Но вот в следующих номерах мы будем уже более брутальными. На этой неделе мы готовим очень-очень красочное, фееричное шоу. Такой диско-фанк с элементами пати-дэнса. Сплит сразу идет. Бля, пацаны, я не сделаю такой сплит. Почему? Я колено так не согну. В смысле? Я вот так не упаду. У меня колено вообще вырвет сейчас. У меня была проблема. Ногу чуть-чуть подвернул в коленном суставе. Направление поменять ноги зачем менять? То есть ради одного тебя мы все меняем направление ног? Просто одну ногу поменять. Так, слушай, ради одного человека меняем все направление или один человек меняется с другим? Что легче? Несмотря на то, что Султан мой старший брат, я к нему отношусь с уважением и люблю его как брата. Я просто пытаюсь мыслить так, чтобы всем было комфортно. А может быть сейчас, я понял, может быть сейчас кто-то скажет, а мне это неудобно. Понял, о чем я тебе говорю? На самом деле в каждом коллективе должен быть лидер, за ним должно быть последнее слово. Просто если такого лидера не будет, будет беспредел. Ребята, быстро бежим и в сплиты, а вы сейчас... Команда «Предаторс» — это семья. А в любой семье также случаются какие-то там невзгоды и ссоры. Это нормальный процесс. Вот эти моменты как раз-таки и не топят нашу команду, а продвигают лишь наверх. Меня есть для тебя.
Predators, Москва. Браво! Потрясающий танец, потрясающие эмоции. И вы весь танец заигрывали с Аллой Михайловной Сигаловой. Не слишком ли смело? Не боялись? Конечно, нет. Как можно бояться? Отношения с женщиной. Ребят, ну вы с каждым танцем выглядите все элегантнее и элегантнее. Ну расскажите, это же был фанк, это такое веселье, это так легко, все должно быть прям да на носочках. Сложно дался танец? Танец дался с душой, самое главное. Именно от души, танцевали от души, друзья. Самое главное, это фанк-стайл, это пати-дэнс. То, что вы сейчас наблюдали, это вечеринка, это тусовка. И все. Ну что ж, давайте послушаем, что скажет жюри. И в первую очередь, конечно же, Алла Сигалова. Я надеюсь, что в следующий раз будет что-нибудь подобное. Может быть, побольше. Да? Вы поняли, да, как умаслить Аллу? Так просто. Вы кайфовали. Это самое главное. Вы получали удовольствие. И значит, получали удовольствие мы. Что может быть прекраснее? Владимир, ваше мнение? Передалась энергия, которую я почувствовал. Я думаю, что публика тоже. И если бы я был бы импресарио, я бы что-нибудь, какой-нибудь тур бы придумал с этим ансамблем. Вот так «Предатор» стали ансамблем. А скажите, вот что означает? На нашем проекте? Два раза два человека вот этот вот жест делают. Что это означает, ребят? Ну, это означает то, что человек правильно сказал. Правильно, 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 правильно. Вы правильно сказали все, Владимир. Человек! Я думаю, что они с этим согласны, это они имели в виду. Это значит, что у них руки мокрые, и они их так сушат просто. Руки мокрые, и они... Ну, раз Егор Дружинин взял микрофон, давайте узнаем у него, насколько далек стиль фанк от брейкданса. Они близки. Ребята использовали несколько элементов брейкинга, на мой взгляд, очень удачно. Здесь же был не просто фанк, здесь был и локинг, и паппинг были представлены. И ребята сделали это очень здорово и очень круто. Конечно, по-прежнему у нас есть некоторые проблемы с музыкальностью. Но, ребята, я надеюсь, к концу этого проекта их победят, потому что я уверен, что до конца они доберутся с Божьей помощью. Егор, что значит проблемы с музыкальностью? Не попадают в ритм? Что это? Дело в том, что все считают по-разному, все слышат музыку по-разному. И одно из самых сложных качеств в ансамбле, именно в коллективе, это найти среднее арифметическое, которое позволит всем участникам выглядеть как один. И при этом не потерять свою собственную индивидуальность. Вот у ребят со вторым все замечательно. С первым мы над этим поработаем. Будьте так добры. Слушайте, мне, ребят, мне очень нравится, как вы слушаете, как вы впитываете. Вот вы прям они как один, прям все кивают. Да, и вот так еще осталось сделать. Сейчас мы узнаем оценки жюри. И посмотрим тогда, каким будет наше настроение. Владимир. 9. Алла Михайловна, ваша оценка? 8. Егор. 9. 26 баллов. Predator, Москва. Китайская мудрость гласит: путь длиною в тысячу ли начинается с одного шага. В прошлом выпуске именно танец в китайском стиле позволил этой команде продолжить свой путь в нашем проекте. Впрочем, члены жюри говорили, что хотели бы увидеть коллектив в совершенно новом жанре. Посмотрим, что на это ответят танцовщики. Встречайте театр песни и танца «Байкал» Улан-Удэ. Мы на прошлой передаче показывали китайский танец. Ощущения были невероятные. Для меня это номер на уровне цирка дю Солей. По красоте, по профессионализму. Мы на прошлой неделе сильно рисковали. Танцевали именно национальный танец. Поэтому мы решили полностью поменять образ мышления и будем танцевать контемп.
это стиль такой, что нужно иметь мягкость. Было тяжело, на самом деле, эти перекаты, перевороты. Дальше разворот. Та-ра-ра, та-та-ти, та-ра-ри-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-рам, та-ра-ри. Здесь ваш беги уже. Нет, ты сейчас просто дуб. Стой! Обратно вернитесь! Опять они спорят. Еще раз вернитесь. Падать на голый пол, это оказывается, надо уметь. Вот, поэтому мы сожгли себе ноги, синяки понаставили себе. Состояние всего организма полностью меняется, да? Состояние души меняется. Каждый человек в этом номере должен прожить свою историю, протанцевать. Для меня это танец-боль. Танцую этот номер, мне даже не приходится играть. Это мои настоящие эмоции. Я пытаюсь через движение рассказать о том, что я пережила, о том, что я переживаю. И, может быть, тот человек, который увидит эту историю, может быть, что-то для себя поймет. Байкал и народная артистка России Валерия. Браво! Спасибо, Сенч, спасибо. Спасибо большое вам. Валерия, большое спасибо за вдохновение, которое вы подарили ребятам своей песни. Это просто было потрясающе. Спасибо ребятам за то, что они меня сегодня так вдохновляли своим танцем. Слушайте, вы прям реально как будто из одного коллектива. А мы, да. Мы один коллектив и есть. Это здорово. Валерия, перед нашими командами стоит непростая задача. И в каждом выпуске они удивляют зрителей, членов жюри новым стилем, новым жанром. Дайте артистам совет, как каждый раз находить в своем творчестве какие-то новые интонации. Нужно просто не бояться выйти за рамки, привычные для себя. Конечно, на конкурсе это всегда сложно, потому что и волнение присутствует обязательно. Но мне кажется, что самое главное, нужно просто вот отпустить ситуацию и получить удовольствие вот от самого эксперимента, от возможности делать что-то новое,
от того, что вы, дорогие мои, радуете других людей, радуете тех, кто за вами наблюдает и кто за вас болеет. И я теперь тоже в их числе. Спасибо большое. Народная артистка России Валерия. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Присоединяйтесь к нам. Будем очень рады, если вы останетесь сегодня с нами. Ребята, ну это было что-то невероятное. Так проникновенно. Все эти аплодисменты вам, я уверена, и зрители, которые сейчас смотрят телеканал «Россия», тоже аплодируют, потому что это было так нежно, так красиво. Как называется этот стиль? Мы танцевали контемп, по крайней мере, попытались изобразить контемп. Вы даже не представляете, насколько для нас это большой стресс был, вот эта вот сама неделя подготовки. Потому что в прошлый раз мы показывали китайский номер, танцевали как бы то ни было национальный танец. И понимаем, что уже больше такое не прокатит. И поэтому мы искали новые стили, новые направления, которыми хотели удивить. Контемп. Что это такое? Объясните моей маме. И вообще, наверное, всем зрителям, которые смотрят нашу программу. Contemporary. Contemporary. Да. Мы специально выбрали этот стиль, потому что хотели показать, что можем не только танцевать, но и как-то играть именно актерски. Потому что в контемпе очень важно состояние души, внутреннее состояние. И я думаю, что нам это удалось. Надеюсь. Это был настоящий маленький спектакль. Ну, скажите, были ли какие-то проблемы во время подготовки? Кто-то, может быть, вообще отставал и не получалось вообще ни одного движения? Было такое? Ну, конечно, мы сталкивались не с этим. А как иначе? Разговаривали с партнером, договаривались, искали удобные для друг друга какие-то позы и придумывали, конечно, для себя историю. Но здесь даже не придуманная история. Мне кажется, любой человек проходил через боль, через печаль, когда его оставлял любимый человек. Не знаю, как до жюри, но до меня вы точно донесли эти эмоции. Так узнаем мнение жюри. Алла Михайловна. А вы знаете что? Во-первых, надо договориться. Не произносить вульгарное слово «контемп». Это все-таки направление называется «contemporary», которое вмещает в себя огромное количество школ, течений, стилей. То, что я сейчас увидела, вы много попытались вложить смыслов и в яблоки, и в песочек, и в голые торсы мужчины, в свои красные платья. Но за этими смыслами вы забыли немножечко заниматься танцем. А все-таки у нас про танец история. Вот это мне было очень жалко. Спасибо. Егор, согласны ли вы с таким достаточно жестким мнением Аллы Михайловны? Ну, тут сложно быть несогласным, можно же и получить. Но... Конфету подсказывает Алла. В одном я, безусловно, с Аллой согласен. Танца как такового, движения как такового было не очень много. Но номер был завораживающий. Мне кажется, попытка больше удалась, нежели не удалась. Владимир. Элементы contemporary в этом танце несколько было. Танцев было мало, номер был короткий. Попытка удалась. То есть я увидел другой стиль. Прекрасно. Ну, сейчас мы узнаем оценки, которые вы получите за этот номер. Владимир. 8. Алла Михайловна, ваша оценка? 7. Егор. 8. Прекрасно. 23 балла. Байкал, Улан-Удэ. Назад эта команда оставила на танцполе не только все свои силы, но и все свои нервы. Ведь они заняли последнее место. И в итоге их судьбу решали зрители в зале. Симпатии народного жюри оказались на стороне самой юной команды проекта. Но сегодня ребятам надо доказать судьям и самим себе, что они достойны битвы за кубок. Пожелаем им удачи! Встречайте! The First Crew! Белгород! Опять метель. На прошлом эфире мы познакомились с таким направлением бальных танцев, как румба. С
Здесь какая-то группа сталкивалась и не знала, куда идти. Здесь одинокие женщины бродили, не понимая, куда им податься. Я надеюсь, что это не звучит как приговор, а лишь как стимул. Вы сейчас разозлитесь и сделаете что-то необыкновенное. На данном этапе было очень важно остаться на проекте, потому что, как таково, суть его мы еще не ощутили. Я поздравляю Белгород с продолжением борьбы. Мы поняли, что нам нужен стиль, где мы можем показать себя с другой стороны. Мы выбрали афро. Этот танец покажет наше состояние, как никакой другой. Потому что во всех присутствует и злость, и немножко какой-то обиды. И как раз-таки в этой первобытной общине все и строилось как на каких-то инстинктах. Мы встряхнулись, вспомнили, что мы все-таки танцоры и одна из самых лучших команд России. И вернулись в свою колею и постарались сделать по максимуму данный номер. Наша номинация – это не показатель того, что мы слабая команда. От первого до последнего места – один шаг. И мы это всем докажем. Потрясающе. Это аплодисменты вам. И вы их по-настоящему заслужили. Можете насладиться. Сейчас это все вам. Ух, это было жарко. Вот это да. Вы большие молодцы. Отдышитесь немножко. Рассказывайте, что это за стиль, что за направление. Это был африканский национальный танец или это все-таки была стилизация? Да, сегодня мы танцевали афро. Мы постарались по максимуму использовать движения не только из Африки и из их этники, но также и дэнс-холл, и хаус. И постарались показать это в нашем мега-динамичном номере. Слушайте, признаюсь вам, я занимался этим направлением. Мне очень нравится этот стиль, это вообще культура. И я знаю, насколько это сложно. Как вы справились? Это абсолютно другая пластика, другая техника. Это вообще правда. Все по-другому. Правильно сказали, сложно. Сложно было, особенно так, как мы танцевали на прошлой неделе бальные танцы, где нужно осанку держать, постоянно держать это в контроле. Здесь же наоборот, позвоночник и сердце, оно должно подстегивать тебя к
по таким движениям, чтобы чувствовать ритм. И после первой тренировки у нас позвоночники просто, мы не могли встать с утра. Очень болели мышцы. Позвоночники вам сказали спасибо, да? Ну что ж, давайте услышим мнение жюри, что они скажут на этот раз. Владимир. Было динамично, было интересно, поэтому я думаю, что я увидел стилистическое изменение и что было лучше, чем на прошлом туре. Спасибо, Владимир. Павел Михайловна, вам слово. Вы знаете что? Конечно, вы поменялись, конечно, вы другие. Конечно, вы плясали и делали это достаточно радостно и самозабвенно. Но мне не хватило вот этой первобытной животной энергии. Вы как-то себя немножечко щадили. А что себя щадить? Вы молодые люди. Надо было тут, чтобы огонь вырвался из-под ваших ног. Так что давайте как-то взбадривайтесь. Ух, да. Спасибо большое, Алла Михайловна. Егор, ваше мнение о танце? Я рад на самом деле, что зритель оставил вас в проекте и позволил вам продолжить, потому что то, что вы делаете сейчас, гораздо более артикулировано, чем то, что было. Но! Примеряя любой стиль на себя, нужно сначала понять, для чего это нужно. Какова природа этих движений. Вы же умненькие ребята, вы же способны анализировать, вы способны докапываться до самой сути. Неделя, Егор, неделя только на подготовку номера. Это очень много. Конечно, Оля. Ну, за неделю можно, знаете, сколько сделать? Спектакль можно поставить за неделю. Плохой. А номер можно поставить хороший. Ребята, ну что ж, вы значит, принимаете ускоряемся. Критику, согласны? Согласны, будем работать. Много работать. Но главное теперь получить этот шанс. Давайте узнаем, какие оценки вам поставят уважаемые жюри. Итак, Владимир, ваша оценка за этот танец? Ну, я, чтобы поддержать, ставлю 7. Алла Михайловна, ваша оценка? Даю аванс, аванс, аванс. 7. Егор, ваша оценка? Друзья, ваше выступление сегодня у меня, кроме критики, ничего не вызывает. Надеюсь, моя критика вас вдохновит. 9. 23 балла. The First Crew. Белгород. Разница во времени между Москвой и Красноярском — 4 часа. И путь на самолете от одного города до другого занимает 4 часа. Так что, когда путешествуешь из Красноярска в столицу, вылетаешь и прилетаешь в одно и то же время. То есть получаешь немного лишних часов жизни. А это значит, в теории у нашего следующего коллектива немного больше времени на репетиции. Будем надеяться, они использовали его талантливо. Встречайте, Эволверск, Красноярск. На прошлой неделе мы танцевали народный украинский танец «Гапак». Это было очень наивно, но при этом очень старательно. Но меня все равно не покидает ощущение, что это очень... Смешной танец сегодня у них был. Нам не страшно меняться, мы наоборот готовы и стремимся к этому, чтобы дать себе какие-то новые горизонты и идти дальше. На этой неделе мы будем удивлять венским вальсом. Экспериментальным венским вальсом. От каждой пары зависит качество номера. Мы работаем, естественно, отдельно. Так получилось, что я танцую в паре со своим молодым человеком. И даже не знаю, помогает нам это или мешает. Чем ты ее пихаешь? Ты можешь просто дать, подать? Для нас это новое. Мы в паре так никогда не работали. Да, это вообще капитально тяжело. Я просто готова застрелиться. Это ужасно. Я была в гневе на этих репетициях. Еще раз давай, успокойся, спокойненько. Не торопись, медленно. Еще раз мне так сказать. Давай, аккуратненько, поехали. Иди. Поехали. Стоять, блин. Давай. Аккуратно. Не надо мне тут командовать. Еще раз. Хорошо. Я реагирую очень спокойно. Я сглаживаю конфликт.
Поэтому все нормально, мы двигаемся дальше. Мой кавалер. 19 век. Мы приняли правила игры данного проекта. Такого эволюционирующего вальса вы еще не видели. Очень изысканно и красиво. Мне кажется, теперь мы вас будем называть не иначе, как дамы и господа. Evolvers. Дамы и господа, скажите нам, пожалуйста, насколько сложен вам был этот танец? Ведь вы танцевали без эмоций. Это такой красивый вид танца, как вальс. Расскажите нам. Танцевать было, безусловно, непросто. Но эмоция была в танце. Без эмоций в танце никак. Я говорю про лицо. Да, в том числе. Это кукольная вообще история, в которой мы проводим параллель с жизнью повседневной, жизнью людей. Вот. И в какой-то момент эмоция на наших лицах менялась, когда мы становились более пластичными, оживали, наша душа, так скажем, жила в какие-то моменты. Вот. Но когда мы были куколками, конечно, в основном все было дело в глазах. Тяжело танцевать в париках? Очень тяжело. И парики, и костюмы, и туфли — это все впервые у нас. Друзья, впервые Evolvers в обуви. Каблуки! Вот да. Тяжело танцевать на каблуках? Безусловно, тяжело. Даже такой маленький каблук для нас непривычен. Мы привыкли к минимализму и в одежде, и в обуви. А сейчас, посмотрите, на нас нам сделали прекрасные прически. Слушайте, а вам, я правильно понимаю, просто не хватило пары? Поэтому для вас придумали такого персонажа? Нет, дело не в этом, не в том, что мне не хватило пары, просто решили сделать такого человека, который будет, так сказать, управлять всем этим, и это я. Давайте узнаем, понравился ли ваш вальс, и такая интересная его интерпретация жюри. Егор? Жень, вальс-то был? Вальс был. Ага. Ага.
Идея замечательная, с режиссерской точки зрения немножко неправильная, потому что, мне кажется, кукловод ваш сам куклой не должен был быть. Куклы должны были оставаться только вот на этом подиуме. Мне нравится настроение, мне нравится вот та мистика, которая есть в этом номере. Что-то такой поручик Киже в исполнении Evolvers. Скажу вам честно, друзья мои, мундиры вам совсем не идут. Вы не умеете их носить, но превратившись в кукол, вы стали таким немножко зомби. В этом тоже есть некоторое очарование, скажем так, и оно оправдывает вот то, как вы двигались. Это очень удачная придумка. Алла, что скажете вы? Дорогие красноярцы, вы в этих костюмах, вот опять же скажу, абсолютно противоположное тому, что говорил Егор. Мне очень и очень симпатичны. А у вас, Валентин, у вас просто в этом гриме, в этом костюме творческая заявка на роль императора Павла. Я надеюсь, что режиссеры, кинематографисты увидят это и обязательно сделают какие-то вам предложения. Вальса не было ни разу. Просто он не приходил. Но номер мне понравился, и вы были в нем органичны. Спасибо. Мне нравится, как Алла с одной и той же эмоцией на лице от, собственно, критики переходит к похвале, потом обратно. И какие оценки нас ждут, никто не знает. Владимир. Ваши оригинальные идеи вас спасают. Это вот о чем мы на этой программе и говорим. За неделю сделать чудеса не все могут. А я у вас вижу идеи хорошие, творческие. Спасибо. Ой, как интересно. Вы рассказываете, Владимир, а выставляете нам сразу и оценку тогда. Ну, я к ним очень, так сказать, неравнодушно отношусь. Ну, я... Давайте, пойду на 10. Вот это да! Вот это да! Алла Михайловна. Я не такая щедрая, как Володя. 8. Егор. Я никогда не скрывал симпатий к этой команде. И для того, чтобы меня лишний раз не уличали в пристрастности... Мы не уличаем. Ставьте, что хотите, Егор. Сегодня но повыше, будет повыше. 7. Ох, никак не договориться с ними. 25 баллов. Evolvers, Красноярск. В прошлом выпуске этот коллектив остановился буквально в шаге от зрительского голосования и номинации на вылет. Будем надеяться, ребята сделали вывод и нашли, чем удивить членов жюри. В абсолютно новом, техничном и актуальном стиле пробует себя «Калинка» Новокузнецк. На прошлой неделе мы выбрали для себя очень сложное направление. Это бальная хореография. Я никак не ожидал, что ребята вот так войдут в образ. Мы получили удовольствие просто невероятное. Прыгнуть из народных танцев в бальные танцы – это немыслимо сложно. Так что я вас поздравляю. На этой неделе мы пробуем себя в абсолютно новом стиле. Это хип-хоп. Ба-ба-бум, ба-ба-бум, ба-ба, ха-ха. Ха-ха-ха. Очень интересно, особенно у тебя от народных, с которыми мы приехали. Молодежи намного проще, потому что они в этой культуре растут. Коллектив у нас разновозрастный, от 16 до 33. Поэтому есть некий такой, ну, не раскол, а, скажем, молодежь активно вышла вперед. Я занимаюсь уже 20 лет танцами именно народного направления. Всю жизнь я учился держать спинку прямо. А здесь все-таки этот груз надо было скинуть вниз, плечи вперед. Ну, заниматься нужно. Мы решили меняться вот прям, знаете, на 180 градусов. Мы хотим двигаться вперед, к десяткам. Сделаем все, чтобы доказать, что мы коллектив, который способен развиваться. И так особенно.
Так особенно сегодня чувства кипят, говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, говорят, а я не вижу их. Ведь эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Что глаза мозолю. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Так особенно сегодня звезды горят, так говорят, я не вижу их. Занят твой взгляд. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Да что ли чувствами залит, что глаза мозоли. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Что ли за рутом летит? Что глаза мозолю. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. О, как жить? Кружит голову, айду паду. Голову даду паду. Кружит голову, айду паду. Голову да. Новокузнецк! Потрясающе! Очень красиво, очень эмоционально, очень зажигательно. Вы большие молодцы. Очень легко и, главное, романтично. И эти шарики, и вы такие оранжевые. О чем вы пытались нам рассказать? Мы выбрали стиль хип-хоп-хаус, потому что большая часть нашего состава — молодежь, и мы давно хотели себя в этом попробовать и заставили наших старших танцевать вместе с нами, поднять всем настроение, создать хорошее настроение, хорошую атмосферу всему залу. Я думаю, у нас это получилось. Мы кайфовали, когда танцевали. Прямо от всей души. А мы видели, как вы кайфовали. Я правильно понимаю, что в коллективе произошла революция? Молодые, так сказать, да? Сместили пожилых, да? И теперь будут современные танцы в Калинке? Ну, как старшие скажут. Кто первый раз танцевал современные танцы, вообще занимался? Вы не представляете, мы даже первый день мы не знали, как они одеваются. Что? Как они одеваются, вот это вот, да, так. Самое, что такая проблема, да, с которой столкнулись после самбы и, в принципе, народной хореографии, было очень сложно понять вот эту культуру в самбе вот так, а потом надо было резко понять, что все делается в плие, что вот это, наконец-то, можно сделать так, как нам обычно за это нельзя, а тут вот. У нас даже кодовое слово появилось такое. Взять бабуинчика. Взять бабуинчика? Подождите, очень интересно. Встаньте, как вы танцевали самбу? А теперь возьмите бабуинчика. Вот, они такие. Так, бабуинчик, иди сюда. Думал, я не замечу тебя. Иди сюда, мой самый вот главный, видишь, бабуинчик. Старички на заднем плане так, уже. Старички, так. Скучаешь по народным, друг мой? Да, безусловно, скучаю. Этот стиль мне тем и понравился, что он близок к нашему, нашей энергетике. Ну, выложились на все 100, постарались, как и всегда, в своих танцах. Такой король хип-хопа. Русский народный. В команде «Калинка». Ну что ж,
Получилось ли у вас зажечь лето в сердцах нашего жюри, мы узнаем прямо сейчас. Алла. Мне очень было интересно за вами наблюдать, потому что глаза у вас горели, вы отдавались тому танцу, который вы сегодня исполняли. Я вас поздравляю. Класс! Владимир, ваше мнение? То, что я почувствовал тоже, очень позитивную энергию. Думаю, что она прожжет экран и дойдет до публики в каждом доме. Такая радужная, приятная атмосфера. Но должен сказать, что были небольшие проблемы насчет музыкальности, ребята. Здесь либо на две вторых, либо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кто не слышит, считайте. Тогда будете вместе. Стилистически изменились, сделали прогресс по сравнению с самбо. Поэтому я думаю, что шаг вперед был сделан. Егор. Ну что ж, друзья. А движения из хип-хопа были, но хип-хопа не было. Хаос был. Но хип-хоп — это субкультура, которая включает в себя огромное количество направлений. И очень важное понятие в хопе это драйв, это то, как вы качаете. Вот этого самого главного кача, его, к сожалению, не было. Была страсть, была старательность, вы очень старательно все делали. Был задор. Ваш танец на сегодня определяю для себя как некий спортивный танец. Вот он для меня так как-то выглядел. Я не могу назвать это, положа руку на сердце, хип-хопом. А как же бубуинчик? Возьмите бубуинчика, Егор. Возьмите бубуинчика. Бубуинчик тоже спортивный парень, в принципе. Прекрасно. Итак, ваши оценки, уважаемые члены жюри. Владимир. 7. Алла Михайловна, ваша оценка. 9. Егор. 7. 23 балла. Калинка, Новокузнецк. Пусть каждой команды в нашем шоу назвать дорогой перемен, то у следующего коллектива на этой дороге самые крутые повороты. Из индийского ансамбля они превратились в испанских красоток, а потом предстали перед нами суровой мужской компанией. Чего ждать от них сегодня? Узнаем прямо сейчас. На танцполе Майюри, Петрозаводск. В прошлой неделе мы представляли хип-хоп, это совершенно новый для нас жанр, и сложность дополнительная была еще в том, что мы делали его в образе мальчишек. Это абсолютно актерское, замечательное театральное качество. Не бояться быть некрасивыми. Замечательно! На этой неделе мы выбрали очень хулиганское направление – кабаре. Это комплексное, как бы, такое развлекательное мероприятие. Это кабаре, насколько это было изначально. Это потом оно уже приобрело какую-то другую известность. Мы никогда не работали в этом направлении, мы никогда не выбирали такой образ. Образ женщины, у которой очень бурная жизнь. У нас никто не пьет, не курит, не гуляет. И, соответственно, взять этот опыт нам неоткуда. У нас разделились мнения. Кому-то изначально эта идея не понравилась. Я, наоборот, в восторге. Я не думаю, что мы будем потом танцевать где-то кабаре. И вот так вот хулиганить. Давайте пробовать. Раз уж мы здесь, нужно выкладываться на 100%. I must remind you that I'm a toe, my lord. A lion is a lion, not a cow, my lord. You never show your water in the oil, my lord. When I do what I do,
when I do, what I do, when I do. Boom-be-doo. Close your eyes, my lord. The show will start, my lord. I never said that you was not colder. You hit me in the head. You shouldn't be so sad. I'll never be upset, oh my lord. The island of the Britain is so light, my lord. But only for the British it's so high, my lord. You couldn't even cross it if you tried, my lord. Don't you dare, if I care, so I am what I am. If I do what I do. Goodbye, my love. Соли восторг, у зрителей восторг. Давайте просто послушаем и насладимся этим моментом. Девчонки, ну, наконец-то вы снова девчонки, а? И такие красивые. Такие красивые. Они эти бородатые мужики, а? Расскажите, пожалуйста, про драматургию этого номера. Нам очень интересно. Во-первых, ну, вы все сами, наверное, поняли, что это была некая стилизация бродвейского джаза. Если мы говорим непосредственно о героине, которая представлена в данном номере, то это женщина, которая устала от жизни. Слушайте, расскажите, где это все происходило, потому что мужчинам очень интересно, где вот в одно и то же время столько можно встретить красивых женщин. Знаете, у нас было несколько версий. Мы с девочками думали, как бы это обыграть. У нас была версия, что это некая чикагская банда гангстеров, которая приехала в Европу на каникулы, да, и решила прогуляться по кабаре. Да? Другая версия — это некие светские львицы, которые опять-таки решили посмотреть, что же так интересует мужчин в Мулен Руж. Вы опять в обуви, это опять каблук. Вы уже свыклись с тем, что здесь нужно танцевать в обуви, в отличие от тех индийских танцев, которые вы танцуете босиком? Или мечтаете вернуться на паркет все-таки к родной стилистике босиком? Любая обувь для нас — это как испытание. Кроссовки, туфли, любая обувь. Мы привыкаем, это сложно. Я не могу сказать, что мы привыкли до конца, потому что ноги по-прежнему болят. Слушайте, подождите, как это кроссовки? А в Петрозаводске вы босиком ходите? Ну, ходим-то мы, конечно, в кроссовках, но танцуем мы босиком. Прекрасно. А стулья? То есть еще добавился, да, такой предмет, который нужно и с собой таскать, и забираться на него. Как это далось? Это была еще одна сложность, потому что, как оказалось, даже просто сесть красиво на стул и зафиксировать позу, это было достаточно сложно. И вот все вот эти вот полифонии, это тоже нам далось большим трудом. Да, пируэты мы учились прям, вот что-то из классики. Вы очень ловко выучились сидеть на стульях, а вот перед нами люди, которые умеют это делать виртуозно. Они сидят на своих креслах и сейчас скажут нам свое мнение. Давайте послушаем Владимира. Виртуозно сижу на моем кресле, это точно. То, что я хотел сказать,
Во-первых, вы немножечко растерялись. Знаете, очень такие дамы были благовоспитанные, а в кабаре дамы благовоспитанные не ходят вообще. Кабаре – это место, куда ходят выпить, где ищут себе пары, где ищут себе, играют в карты, проигрывают. Немножечко такое место, ну, скажем, не совсем de bon ton. Вот этого немножечко не хватило провокации, я бы сказал. В общем, удивили, молодцы, но могло быть намного интереснее. Конечно, сложно оказаться не в своей тарелке, когда у тебя совершенно другая культура, да, и ты совершенно по-другому живешь. Показать кабаре сложно. Алла, что скажете вы? Мне кажется, что вы абсолютно запутались и наговорили тут всяких удивительных вещей. И в туфлях вам тяжело, и сидеть на стульях вы не умеете. Такое ощущение, что вы живете где-то в глубокой Сахаре и голые там бегаете без стульев. Но все-таки вы же живете в Петрозаводске, поэтому как-то вы же цивилизованные девушки. То, что мы видели до сегодняшнего дня, там была и энергетика, и стиль был, и какой-то напор, и воля была, и женская такая мощная энергия, зовущая. Сегодня, боже мой, такие несчастные. И сесть вы не можете, и встать вы не можете, и движения у вас не резкие. Да как же так? Расстроили ужасно, ужасно. Даже не знаю, передавать ли слово Егору Дружинину, он сидит и так кивает под слова Аллы. Вы согласны с этим, да, Егор? Я согласен с тем, что с девчатами что-то происходит. И я не уверен, что мне нравится то, что происходит. Потому что танец был станцован аккуратно. То есть никаких огрех, никаких ошибок мы не увидели. Другое дело, что вы не расставили все по своим местам. Вы не понимаете, кто вы в этих предлагаемых обстоятельствах. Вы посетители кабаре или вы выступаете в кабаре. И боюсь, что вот эта такая двойственная позиция продиктована тем, что вы испугались этой эстетики. Она настолько вам не свойственна, что вы решили, что вы скромницы, отличницы, абсолютные трудоголики и ни капли спиртного, и то, что вам сейчас представляют на сцене, это абсолютно разные вещи. Да нет, друзья мои. Вот первый номер, который вы станцевали в самой первой программе, был намного более провокационный, сексуальный, соблазнительный, чем то, что мы видим сейчас. А как обойтись в кабаре без провокации? Как обойтись без эротики? Я не призываю вас ни в коем случае к вульгарности. Это разные вещи. Вам надо было решить только, кто вы и что вы хотите сказать. Вот и все. Если вы сделаете это в следующий раз, цены вам не будет. Ну что же, спасибо большое. Сейчас мы узнаем оценки. Владимир. Давайте 8. 8. Алла Михайловна, ваша оценка? 6. Егор, ваша оценка? У меня очень много претензий к этому номеру, но станцевали вы чисто, поэтому будет 9. 23 балла. Майюрий, Петрозаводск. Неделю назад этот коллектив сумел убедить членов жюри в своем полном перевоплощении. Ведь из грациозных бальных танцовщиков они превратились в настоящий народный ансамбль. И в итоге стали лидерами выпуска. Смогут ли они сегодня поднять планку еще выше? Ответ увидим на танцполе. Встречайте, Formation Вера, Тюмень. На прошлой неделе мы танцевали русский народный танец. Мы прыгали и визжали, когда получили 20, потому что это, ну, какая-то недосягаемая, нам кажется, высота. Это пока что самый высокий результат в нашем проекте. 28 баллов. Formation Вера, Тюмень. Thank you.
Когда мне сообщили оценки, я был несказанно рад. Поздравляю! Молодцы! На этой неделе мы удивились сами очень выбору нашего руководителя. Волга! Это поистине эксперимент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы привыкли в нашем родном стиле в спортивных танцах все время показывать какую-то страсть, лица, эмоции. Но здесь полное хладнокровие и очень активные действия руками. Мелкая моторика, геометрия позиций, вот эти точные выверенные углы, все 90 градусов. Сложно, потому что не ощущаешь, мы же привыкли, что там все у нас там летает. Мы чемпионы России 17-кратные. Каждый год мы побеждаем. Не хочется планку снизить на этой программе. А мы взяли и изменились настолько сильно, что даже сами себя не узнаем. Формейшн Вера, Тюмень. Потрясающе. Я даже не знаю, к кому подойти. У всех такие лица. Ух, ребята, выдыхайте. Отлично. Что за направление, что за образы сейчас были представлены в этом танце? Это был вок. Конечно же, мы узнали. Скажу по секрету, это направление большинство из нас очень давно мечтало станцевать. Поэтому это было для нас сейчас большое удовольствие. Слушайте, большинство наших зрителей, мне кажется, даже и не слышали о таком направлении. Давайте спросим у Егора, что это за направление, расскажите нам.
Я знаю лишь одно, что Vogue ассоциируется с подиумом, и как бы его основная мысль заключается в том, чтобы позировать и фиксировать позы. И эти позы должны быть всегда очень графичны. И есть огромное количество самых разных направлений. Этот стиль очень популярен до сих пор, и мне кажется, что он будет становиться все более и более популярным. Молодцы, что попробовали. И основа, вот сама суть, вами, мне кажется, была схвачена очень точно и верно. Егор, а позвольте вопрос один задать. Вот помимо точных таких позиций, то, что на лице вот такое полное отсутствие эмоций, это тоже одна из особенностей Vogue? Но мы уже говорили об этом однажды. Для того, чтобы сдерживать эмоции, нужно, чтобы эти эмоции были. У ребят они явно читались, эти эмоции. И то, что они сказали, что они получали удовольствие, танцуя, пожалуй, в первый раз за сегодняшний день мы это почувствовали. А, кстати, сложно было действительно зафиксировать себя в какой-то позиции, и вот это вы руки прям туда и заламывали. Мы старались почувствовать каждую позу, полюбить каждую позу, станцевать это так, чтобы это было интересно в первую очередь нам, как исполнителям. Потому что у нас с детства, если честно признаюсь, есть привычка. Кто-то больше любит танго, кто-то вальс, кто-то больше самбу, а остальные как бы пробежать быстрее. Вот тот мой любимый. А здесь философия немножко более глубокая. Мы, может быть, для этого и взяли Испанию, чтобы нам не так было страшно идти в тот темный угол. Мы взяли с собой фонарик, который нам близок, и немножко подсвечиваем себе, потому что там совсем все другое. Хореография настолько глубокая, настолько чувственная, что это прям... жарко. Здорово. Алла, что скажете вы? Было любопытно наблюдать, как ребята тянули вот эту ноту стилевую от начала танца и до конца. И ни разу ее не потеряли, ни разу не вывалились из нее. Это очень и очень точно и очень было стильно. А вообще мне все это очень понравилось. Я видела, что вы купаетесь в этом, что вы получаете колоссальное удовольствие. И вы были стильные, вы были яркими. Браво. Ну что ж, давайте послушаем Владимира. Очень удачно, надо сказать, что эмоционально, сильно, театрально, эффектно, секси. Коротко и по делу. Ну что ж, давайте посмотрим на оценки жюри. Владимир. 10. Алла. 10. Егор. А у нас были уже на проекте все три десятки? Нет. Нет. Тогда давайте Премьера! Отложим это на потом. 9. Отношения этого коллектива и членов жюри сложились крайне интересно. Наши судьи отметили, что подлинной смены стиля у команды не случилось, но сам номер им так понравился, что ребята получили высокие оценки. Впрочем, меняться все равно необходимо, иначе в нашем проекте никак. Посмотрим, в каком жанре сегодня решили попробовать себя «Экзордиум» Новосибирск. Чарльстон — это вообще душевный танец для меня был. Бомба, а не номер. Чарльстон танцевать трудно, но то, что мне очень понравилось, вы не отказались от своего личного почерка. Это я очень приветствую. Мы все очень рады, что попали на этот проект. И у нас есть такая возможность себя раскрыть еще где-то с другой стороны. Но все равно охота показать зрителям то, что мы умеем. А умеем мы, поверьте, немало. Поскольку наша сила в том, что ребята владеют в совершенстве определенными жанрами, очень сложно всегда объединять это в монолитную историю, чтобы все танцевали единую хореографию. Мы выбрали такую мантру хоровода, где есть целостность, единство. Плывем по кругу. А рука остается. А руку убирать, может быть. А прикольно будет, если, короче, если мы закроем руку, когда она еще будет стоять с нами, потом убираем, а она там появляется. На этой неделе было как-то особенно сложно.
Этот номер как-то вызвал уйму споров. Вы сейчас уже начали, что хотите, то и делайте. Вы меня не слушаете, я даже не успеваю двигаться, а вы уже двигаетесь за меня. Это будет сложная, глубокая, грустная история. История про девушку, которая запуталась в себе, запуталась в жизни, потерялась и растворилась в вечности. Мы открываемся. Хоп. Экзордиум, Новосибирск! Что это было? Это был ведь не балет, это был какой-то эксперимент. Как называется этот стиль? В первую очередь хотелось бы сказать, что экзордиум — это театр, танцевально-цирковой. И мы постарались здесь сделать экспериментальную хореографию, совместить здесь элементы и вальса, и... Ну, различные другие элементы. Слушайте, это был настоящий эксперимент. Это было так рисково. И спасибо вам большое, что вы это сделали, потому что я сначала схватилась за сердце, а потом открыла рот, потом у меня упала челюсть. И, в общем, я и да, только Женя подобрал. Я в полном эмоций. Восторге. Это было что-то невероятное. На прошлом эфире Егор Дружинин посоветовал вам отказаться от эксцентрики и выйти вот из этих образов веселых и клоунов. Вот как вы думаете, сейчас у вас это получилось? Я думаю, что да. В принципе, за основу мы решили взять русский традиционный хоровод вот, с элементами вот таких вот вставок нововведений в виде вейвинга, в виде вставок вальса и прочих интересных моментов. И ну, мы хотели передать историю именно и преподнести вам языком нашего тела. Какую историю? Что это за сюжет был? Дело в том, что наша история заключается в одиночестве девушки, которая потеряла себя и начала себя очень-очень долго искать. Она во всем видела свои мечты, свои желания, свою страсть. Но на самом деле это все ее воображение, которое мы все символизировали. И здесь на самом деле на сцене существовала всего одна девушка, а мы лишь мираж.
Ну, впервые было без каких-то вот таких невероятных трюков, чем вы нас до этого просто поражали. Ну, мы решили, да, отказаться от всех трюков, несмотря на то, что нам говорили, что это наша изюминка. Но если вы соскучились по трюкам... Ой, я вижу, у вас прям руки и ноги чешутся. Что, подожди, что мне надо было делать? Испугаться. Я у тебя это просто, прекрасно, да, получилось. Я сейчас единственное, что успел, это испугаться. Ну что же, круто. Давайте спросим у членов жюри, понравился ли вам танец, Егор. Друзья, вы больны. Вот мое резюме. Извините, это... У нас есть скорая помощь. Нормально. Это нормальное, состояние для любого творческого человека. Ваша болезнь заключается в том, что вы пытаетесь слишком много смыслов изучить на пространстве всего лишь навсего одного номера. Я же вас не об этом просил. Я вас просил, ну, в лучшем случае, постараться на какое-то время избавиться от эксцентрики и пойти, ну, в какой-то лиризм, может быть, или в какой-то смысл. Но один смысл. Вы туда напихали их 15-16 штук. И Чайковский, и хоровод, и вальс еще при этом. Венский вдруг, немножко. Вдруг две пары поделились и сделали несколько по вальса. С чего вдруг? Да просто проект короткий, надо показать по максимуму. Да понятно, танцы, конечно. Мне кажется, скажите, Володя, спасибо, что не было притяжки. Володя все понял. Сейчас он все расставит на свои места. Да, Владимир, очень места. Интересно услышать ваше мнение по поводу такого экспериментального танца. Логики было мало. Театрально было эффектно, запутанно. Трагический момент в музыке Чайковского вы поймали в тот момент, когда Ротбард появляется и вроде бы что-то умирает, либо это сон, либо по-настоящему. То есть в музыке трагедия чувствуется. Элементы вальса я не понял, но, в общем, мне понравилось. Егор, надо понимать танец. Все четко. Знаете, вообще в театре есть такая примета, что когда на сцене происходит галиматья, то значит это ему кажется или снится. Ну что ж, друзья, нам остается только выслушать оценки из мнений, высказанных нашим жюри. Я ничего не поняла. Нравится, не нравится, четко, не четко, произошло ли перевоплощение или нет. Возможно, оценки будут круг, красный и апельсин. Начнем. Владимир. Ну, я дам 7. Алла Михайловна, ваша оценка? Дала бы 2. С удовольствием. Даже единицу бы с удовольствием дала. Прямо руки чешутся. Представляете, вот насколько мне это все понравилось. Ну, дам 6. Я понял еще одно. Мои коллеги в жюри изверги. Ставят меня, как человека, который голосует последним, в крайне затруднительную ситуацию. Так. Друзья мои, и что же с вами делать? Понимаете, в чем дело? Вот я, когда вы танцевали, сказала Алле, Алла, мне кажется, что это завораживающе и интересно, я ничего не понимаю. Алла сказала, я тоже ничего не понимаю, но это не завораживающе и не интересно. Но я не отказываюсь от своих слов. Оценка, поэтому... Егор. Останьтесь в истории добрым человеком. Итак, Егор, ваша оценка. Миссионером, спасителем. Друзья мои, будет 9. 22 балла. Экзордиум, Новосибирск. Прошлый выпуск подарил этой команде абсолютно новые эмоции. Ведь многолетние партнеры по коллективу впервые танцевали в паре. И не просто танцевали, а исполняли горячее аргентинское танго. Это было страстно, ярко и профессионально. Жюри и зрителям очень понравилось. Но сегодня нужно поменять не только настроение, но и стиль. Хватило ли коллективу на это 7 дней? Узнаем прямо сейчас. На танцполе ансамбль песни и пляски Черноморского флота.
На прошлом эфире мы работали танго, и, конечно, самым сложным было расслабиться, потому что притяжение земли все-таки выдает. Вы справились с задачей полностью, это даже вне всяких обсуждений, и вы удивили. Ребята, а давайте передадим привет Севастополю в прямом эфире через приложение ВК Лайв. А? О, конечно, передадим. Поехали. Создадим трансляцию. Поехали. 3, 2, 1. На этом эфире мы будем исполнять буги-вуги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Впервые пришлось исполнить танец, что называется, без правил. Нам нужно показать расслабленность в теле. В движениях легкая потеря координации. Руки делают одно, ноги другое. 1, 2, 3, 4. Нам замок уже надо. Свободное вращение головы, свободное вращение корпуса. Этому нужно было научиться, и за очень короткий срок. Панчик, прости, это был жест. Да. У меня это взяло, я тебя этим локтем. Как Mortal Kombat. Спасибо. На репетициях часто бывают такие ситуации, когда партнер с партнершей сталкивается, выполняя какие-то трюки, поддержки. Ты должна от меня отталкиваться, а ты меня прижимаешь, ты меня вот так прижимаешь к себе. Я так не могу, мне не видно. Зато мне так нравится. Мне нужно смотреть, как ты летишь. Просто все такие заклиненные ходили, знаете. Тоже подворачивали ноги, тоже вот моя жена ногу подвернула. Ну, как говорится, на танцоре заживает все как на собаке, поэтому на премьере нашего номера будет все отлично. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Наконец-то в полном составе не только пляски, но и песня. Хор под управлением дирижера, хормейстера Майи Горячевой. С
спасибо за поддержку ваших друзей. Слушайте, ну правда, ту часть, которая отвечает за танцы, мы видели уже много раз, а вот которая за песни, мы видели в первый раз сегодня. Как вы вообще дружите с ними? Для нас это вообще сюрприз. Мы сегодня приехали на площадку, и они приезжают к нам в Москву. Мы просто сначала думали, что это не они. Но когда мы их обняли, пощупали, наши ребята, нас полчаса не могли сюда привезти. Нас просто от них отрывали. Ребят, вы, а вы просто забыли, наверное, что вы ансамбль песни и пляски? Наоборот, мы очень чувствуем всегда, когда они рядом, еще больше силы, еще больше поддержки. Большое спасибо нашим артистам хора за то, что они не только нас поддержали, они разделили с нами эту участь перевоплощения и тоже запели то, что им не свойственно. И мне кажется, от этого мы еще больше затанцевали. Это правда. Увидеть военный хор. Shake, baby, shake. Давайте узнаем о мнении нашего жюри. Мне понравилось, потому что вы показали себя очень высокопрофессиональным ансамблем. Поздравляю вас. Егор? Ой, ребятки, я даже не знаю. Вот первый раз, пожалуй, за все время проекта мне честно не хочется комментировать номер. За то время, что мы с вами вместе, я влюблен в каждого и во всех вас вместе взятых. Мне нравится, как вы работаете, мне нравится ваш азарт, мне нравится ваш профессионализм. Но вот этот буги-вуги, который мы сегодня видели в вашем исполнении, он меня не тронул. Со слабой долей мы, к сожалению, не дружим. И это даже полбеды. Ничего страшного в этом нет. Но, может быть, если бы у вас было больше времени, я уверен, я хочу думать вот так, что если бы у вас было больше времени, то вы бы вот эту стадию, когда вы зажались, миновали бы, потом бы вы расслабились и станцевали бы задорнее, а главное в том правильном стилевом качестве, в котором это должно быть исполнено. И это совсем не просто. Пусть никто не думает, что это просто. Это архисложно. И эти поддержки, и вы молодцы, что не обошлись без них, что их сделали, что зашли на них. Я не знаю, Алла, выручайте меня уже. Я думаю так. Если бы вы этот танец сегодня танцевали в матросской, вот своей, вот родной, вот как ребята пели в форме, вот многие бы вещи не были так тяжелы для восприятия. Тогда, может быть, мы подумали, что да, вот так морячки замечательные из черноморского ансамбля справляются с этим танцем. Но вы попытались это сделать впрямую. По-серьезке. А серьезка не получилась. Давайте узнаем оценки жюри. Владимир. 8. Алла Михайловна, ваша оценка? Сегодня моя любимая оценка 6. Егор. Ребят, 10 я вам не поставлю. Это я вам сразу говорю. Потому что это будет кич. Нет, мои хорошие, нет, нет. Егор, что у вас было по математике? Ты понимаешь, вот проблема не в том, что у меня было по математике, а проблема в том, что у меня вообще вот по жизни было. И начнем сначала. Может, когда я был маленький, я снимался в фильме под названием «Приключения Петрова и Васечки». Но он снимался на Одесской киностудии. И вот я помню, как мы с папой репетировали в коридоре, и первое, что он мне показывал, это, по сути дела, были первые движения, которые я выучил в своей жизни. Это были движения рок-н-ролла. А сейчас, к сожалению, был не рок-н-ролл, а кич. Но предыдущие заслуги тоже считаются, поэтому будет 8. 22 балла. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. На сегодня это все конкурсные номера. Команды показали, на что они способны, жюри выставили оценки. А значит, теперь решение за зрителями в зале.
Но сначала давайте вспомним самые яркие фрагменты этого выпуска. Участники проекта танцуют все. Predators, Москва. The First Crew, Белгород. Exordium, Новосибирск. Evolvers, Красноярск. Formation Вера, Тюмень. Калинка, Новокузнецк. Театр песни и танца Байкал, Улан-Удэ. Маюри, Петрозаводск. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. На танцполе 9 команд. Одна из них вышла сюда в последний раз. Сейчас мы увидим итоговую таблицу оценок. Те коллективы, которые заняли последние два места, попадут в номинацию на вылет. Их судьбу решит голосование зрителей. Я прошу тишины в зале. Ведь для нескольких команд наступает момент истины. Покажите нам турнирную таблицу. Лидерами этого дня становится Formation Вера. Тюмень, поздравляем! А вот кто оказался в зоне вылета. Это театр танца «Exordium» и ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Судьбу этих команд сейчас определят зрители в нашем зале. Да, это не профессиональное мнение. Но для кого танцуют наши участники, как не для зрителей? Давайте еще раз вспомним, как два этих коллектива выступали сегодня.
получит еще один шанс доказать свое мастерство. А кто будет смотреть нас дальше по телевизору, определит зрительское голосование. Я прошу всех зрителей в зале взять в руки пульты. Нажмите одну из двух кнопок. Кнопка 1, если вы голосуете за ансамбль «Песни и пляски» Черноморского флота. И кнопку 2, если вы голосуете за театр танца «Экзордиум». Итак, голосование объявляется открытым. Итак, мы заканчиваем голосование. 3, 2, 1. Стоп! Голоса больше не принимаются. Спасибо всем нашим зрителям. Я еще раз прошу полной тишины в студии. Пришло время узнать результаты голосования. Итак, ансамбль «Песни и пляски» Черноморского флота Российской Федерации 52% голосов. Театр танца «Экзордиум» Новосибирск 48% голосов. Мы поздравляем ансамбль «Песни и пляски» Черноморского флота. Они остаются в проекте. Эти аплодисменты вам, ребята. А вот для театра танца «Экзордиум» это, скажем так, был лебединый танец. Я прошу членов жюри произнести пару напутственных слов ребятам. Владимир. Трудно в этот момент, я понимаю. Но нужно дальше продолжать творить. То есть вы на своем пути. Продолжать необходимо. Алла. Ребятки, ну вы дошли до половины конкурса. Это, в общем, очень здорово. Это очень хороший результат. Я вам желаю вернуться домой, заниматься своим делом и преуспеть. Спасибо, Егор. Вы должны всегда помнить три вещи. Во-первых, это то, что если условия конкурса наши таковы, что вы должны показать себя в самых разных танцевальных направлениях, вам не подходит, то вы вполне можете сконцентрироваться на том, что вам интересно, близко и что у вас получается лучше всего. Второе, вы должны помнить о том, что «Танцуют все» не заканчиваются, и если все-таки вам интересно победить в этом конкурсе, вы всегда можете попытать свое счастье в следующий раз. Ну и третье... Ну и третье, о чем вы должны помнить всегда, это то, что я поставил вам 9. Спасибо большое, «Экзордиум». Вы были яркой звездой на нашем шоу. Спасибо членам жюри. Спасибо командам за сегодняшний день. И спасибо вам, нашим зрителям. Ведь все эти люди каждое воскресенье выступают только для вас. Увидимся через неделю на телеканале «Россия». Участники вновь попробуют себя в новых стилях танцев. И вы тоже не стесняйтесь. Двигайтесь в нашем ритме. Ведь здесь танцуют все!